Замечательный концерт. Все было просто супер. Макс Барский, правильно? Макс Барский? Да. Танцевали? Обязательно. Какая любимая песня? Не знаю, наверное, все. Очень! Очень. Что вам понравилось больше? Энергетика. Энергетика. Танцевали? Конечно. И пели, и танцевали, и хлопали. И ждем еще. Макс Барских очень нравится. Еще нам Лобода нравится. Лобода тоже? Не купили билет. Почему? Ну, не хватило, да. Вот лучше к ней. Она красивее выглядит. А понравилось то, что мы сначала сидели все на своих местах, а когда она сказала танцевать, мы все вышли. Это было очень круто. Очень. А есть любимая песня у Макса? Ты мой героин. Сегодня потанцевали под эту? Конечно. А вообще атмосфера. Вот лазерное шоу было такое, не? Огонь. Да, очень мы в восторге. А что больше всего? Танцы, атмосфера, любимые песни. Почувствовали себя словно в ночном? Да. Вполне хорошая атмосфера, классно все было. Ну, я бы не сказала, что я поклонник такой большой, но мне он нравится. Я, кстати, его еще помню с фабрики, где он был, выступал, когда сколько ему там было, лет 18. Поэтому мне нравится. Я с удовольствием весь концерт прослушала и рада, что пришла на него. Я даже была удивлена, что у него столько много новых песен. А когда он сказал, что у него в ноябре еще новый альбом будет, я просто обалдела. Скажи, а ты не считаешь, что лазерное шоу перекрывало вот музыку? Нет, я думаю, оно отлично смотрелось. Зарубежно, так скажем, зарубежно выглажено. Понравился, конечно. Какая песня больше всего вас впечатлила? Ну, конечно, «Подруга ночь». Это самая песня? Нет, самая первая его песня – это «С чего все начиналось?» Это «Сука, любовь». Вы танцевали совсем? А как же, а как же. Почувствовали себя как на дискотеке какой-то? Знаете, в молодости, молодости. Вы танцевали очень много. Барских вам очень нравится? Очень. А самая любимая песня? «Подруга ночь». Все называют ее, а другие какие-то? Какие другие песни? Только-только начинается ночь, ты успела сказать мне нет. Словами грешно болею, я люблю сильнее, мне нравится боль.